ты не имел бизнеса, ну, человек, который находится на государственной службе, не имеет права, да, быть засновником, учредителем, не имеет права иметь корпоративные права, ну, и там целый ряд ограничений. У него единственный источник доходов, какой? Заработная плата. Так? Так. Я приезжаю в Киев. Вот 2 недели надо в Киеве жить. Встает вопрос, сколько сегодня в Киеве стоит жилье? Ну, самый простой. У многих же знакомые в Киеве снимают квартиры. Ну вот. Дальше встает вопрос. Депутатская зарплата, это то, что на прошлой конференции он рассказывал, когда Мустафа Наем поднял этот вопрос. И он, кстати, тоже был, он был честен. Почему? Потому что он лично назывался именами, что депутат получает сегодня оклад 5600 гривен. 5600, все. Не оздоровщик, как когда-то было, там 60 или 70 тысяч называют. Ни билетов на самолеты. Ничего. 17 тысяч есть фонд, но это не депутат, это фонд на помещники. То есть может быть один помещник на 17 тысяч, да? Или 4, ну по закону может быть, или до 4 человек. И вот это на них фонд, это решает аппарат. Почему и Гройсман принял решение опубликовать штатных и позаштатных помещников, чтобы было видно, где у кого родственники, кто кого как знакомых там оформляет, ну и все остальное. Но вот я теперь задаю вопрос, если не иметь отношения к бизнесу, да, не зарабатывать на стороне, иметь зарплату 5600 гривен, снимать даже квартиру на левом берегу за 4000. Дальше. Как же? Тогда давайте идти на нарушение закона. Не будем. Не будем врать эту помощь, а будем ее привлекать со стороны, да? Но на вокзале же не будут депутаты. Там задают вопрос, это депутаты, там миллионеры, миллиардеры, да? Да, но я не знаю, я, во-первых, к власти никогда не был, но не имел отношения к власти сейчас. Вот. Во-вторых, миллионером или миллионером никогда не был. Дай бог, что сейчас удается только предприятию, где я работал, удерживать вот тот штат людей. Хотя сокращения прошли. Вопрос стоит сейчас не до того.